Представители международного общественного движения «Высший совет осетин» посетили святилище Рыны-Бардуак в Даргавсе. Издревле наши предки, когда начиналась какая-либо эпидемия, возносили молитвы, просили о помощи небесных покровителей. Решили вознести молитву за все население нашей республики, за всю Осетию, попросить у Рыны-Бардуак, чтобы он оберегал наш народ от той опасности, перед которой мы сейчас стоим все. Это место, оно возникло, когда в средние века вот возник вот этот городок мертвых, которых мы называем, в Даргавсе, и была значит, эпидемия. Люди приходили сюда и молили вот это Рыны-Бардуак, чтобы вот эта эпидемия прекратилась.